почищу гранат. Ты гранаты любишь? Вкусненькие они, да? Ой, мама гранат чистит. У нас Леша обожает гранаты. Кстати, всем привет. Решила снять утро нашего дня с Лешей. Утро нашего дня. Небо этого дня. Колокольчик звеня. Египетские, кажется, гранаты. Сейчас. Проверим. Ну, красненький. Я на камеру сейчас ближе поставлю. Мне кажется, далековато. Вот так. Подожди, я тебе сейчас на тарелочку положу. Что, маму видно или не видно? Сразу на камеру. Так. Вот так. Сам себе бери. Или что, мама тебе будет чистить? Бери, да ешь. Мама покушает, что осталось. Делаю сейчас Лешу творожок. Беру обычный творог. У нас 9% мы берем. Туда можно, я обычно банан, можно яблоко чуть-чуть. И блендером погружным взбиваюсь. Получается как творожная масса такая. Чем, думала, на Агушу тратиться, когда можно самим делать. А это Агуша 40 рублей маленькая. Леша сюда накидал мандаринов. Сейчас вот поем творожок, попью чай с ромашкой тут, с облепихой. И мне надо делать тесто на хинкали. Я ведь пообещала сделать. Фарш уже достала, размораживается, надо тесто сделать. Сейчас будем. Ты мне поможешь? Сейчас мама перекусит, будем готовить с тобой. Хотя бы тесто сделать. Хотя можно и налепить, но у меня фарш еще не растаял до конца. В принципе, там лепить недолго. Наверное, не знаю. Надо, чтобы уже к 6 часам у меня уже было все сварено и накрыто. На ужин. Надо еще пойти сметану купить. Хинкали. Дети любят со сметаной. Там еще определенная технология, когда варишь. Надо в кастрюлю воду размешать, а потом только закидывать их, чтобы они не слиплись, наверное. Так, гранат. Сейчас уже, мне вчера купил мандарины в магазине. Они уже не такие сочные, как вот в декабре. Суховатые. Утро этого дня, небо этого дня, колокольчик звеня. Поздравляю тебя. Вот и машинка постирала. Почти. Пойдем повешаем. Ты мне поможешь белье повешать? Маме, поможешь? Надо медочек положить. Сейчас мама мед себе положит. Даша в школе, Паша в садике. До обеда. У нас до обеда ходит в основном. Но иногда остается на сон до 3:30. Но он, видите, он когда спит в садике, он потом уснуть долго дома не может на ночь. Засыпает в 12 часу. Поэтому его... Вот в пятницу можно оставлять на ночь. Ой, спать в садике. По субботу мне надо никуда вставать рано утром. А так вот вообще потом ворочается, уснуть не может. В садике выспится.
Да? Ты хочешь чай? Садись на попку. На попку. Какая? Это пакетик. О, я хочу с какими-нибудь крекерами, наверное, чай попить. Пакетик. Что, вытащить? Он тебе жить не дает. Мешает. Он горячий. Пакетик. Какие-то нам папа крекеры купил. Давай попробуем. Вот эти крекеры первый раз, да? Это попробуем. Вау, крутые. Смотри, какие. Как они красивенько лежат. Да? Попробуем. Это чьи они вообще? Малайзия? Вау. Наверное, должны быть вкусные. Кто такие пробовал? Интересненькие. Могу. Ну, они такие хрустященькие, как чипсы. Типа полезные, что ли? Малайзия. Состав обычный. Пальмовое масло. Ну что, нравится? Чай будешь? Только по чуть-чуть. Они такие не сладкие, обычные. Да, но всего три печеньки в упаковке. Сахара здесь вообще мало. Хорошо вдвоем? Слава Богу, Паша у нас в садике не часто болеет. Даша, когда первый раз пошла, она вообще болела без конца. И она пошла 3, почти 4 года. Еще не было 4. Паша позже пошел. Слава Богу, нормально ходит. Но ему очень нравится в садике. Там он не нравится. Игрушки туда берет иногда. Или пузик какой. Пузика свесил? Кто пузика свесил? У нас Полик. На, будешь чай? Вон морс того стоит. Хочешь, морс пей. Алёша в садик пойдет? Нет. Года в 4, в 5. Или с мамой будешь сидеть? Паша, как вспомню, вообще не хотел в сад идти. Упирался, нет, и все, дома буду. Но он не знал, что это такое. А потом пошел. И все. Давайте. Какая у нас бутылочка классная у ложки. У нас таких разных еще две штуки стоит. Набрали бутылок. Еще двум лялькам хватит. Двум лялькам. В инстаграме нашла девушку, которая по руке гадает.
Отправила, значит, я ей фотографию своей руки. Она там написала про меня. Ну, она как? Она это делает бесплатно, но она просит вознаграждение. Отправить ей там 200, там 100, 300 рублей. Mm-hmm. Вот. И по линиям она мне посмотрела, говорит, у меня по судьбе 3 ребенка. Хотя она не знала, что у меня дети. Вот 3 ребенка, все. Нет, что-то я это не хочу уже купить. Что-то другое. Либо этого дня. Вот, вот такие у нас еще остались. Кто тебе мне больше понравился? Сливочный вкус. Орео. Марка. Как-то поприкольнее, что ли. Ну, мы не хотим больше детей. Нам все вполне достаточно. Я и не хочу. Вообще не хочу. Я уже хочу для себя. Дети подрастут. Леша подрастет. Леша в садик. Мама будет ходить. В бассейн будет ходить. Какие-нибудь на пилатес буду ходить. Еще куда-нибудь. Короче, мама с собой займется. Будешь? Чай вкусный. Благодарю. Вкусный чай? Вот мой завтрак. Творожок и чуть-чуть печенье к чаю. Сейчас белье повешаем, буду тесто делать. Знаешь, с какого возраста гранаты можно детям? Кто знает? Лёшке даю, но много нежелательно. Да я потом подниму, ешь. Зубками жуй. Там гуляют, летают. Птички вышли погулять. А Леша пойдет гулять? Леша пойдет гулять? Ну ладно, перекусим. Такой мукбанк небольшой сняли с тобой. Да? С ложечки? Да так пей, с кружки. С кружки пей, давай я уберу ложку. Она мешается тебе. Пей так. Ну, на. Вот все понимает, но все понимает, сказать не может. Наклоняй, не бойся, он теплый. Ой, вкусно как. Леша, маши ручкой.
нашей ручкой. Скажи пока-пока. Скажи, кому махать? Камере, что ли? Ну ладно, будем заканчивать. У нас тут оркестр включился. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.